тяжелейших матчах. Ну, за счет характера все-таки мы доказали, что мы команда, но мы не должны забывать, что у нас еще одна игра. Если мы проиграем эту игру, то, возможно, мы зря выиграли эти две предыдущие. Был хороший разговор с фанатами, с нашими болельщиками. И кое о чем поговорили, мы им что-нибудь обещали. Пока все выполняем, пока все идет хорошо. Но последние 5 дней в этом чемпионате мы должны настроиться на все 100% против Урала. По игре по сегодняшней, за счет чего удалось финал победить, что когда тренер? Ну, я могу отметить руководство клуба, что очень хороший ход она сделала, что пустила болельщиков клуба бесплатно, и сегодня собралось почти 15 тысяч, очень чувствовалась в конце поддержка, прямо я вспомнил предыдущие года. Так что это один из больших-больших факторов в сегодняшней победе. А так, за счет самоотдачи, характера, у нас, если честно, было очень много моментов. Наш капитан сыграл здорово и надежно, поэтому, я думаю, мы сегодня заслуженно победили. Какие мысли по поводу завершающего матча? Ну, мысли только о победе. У нас, если будет победа, то у нас есть возможность избежать стыковых матчей. Так что все настраиваются, как на последний бой. Спасибо. Победа.